Чем определяются объемы подрядных работ в договоре, заключаемом по результатам конкурентной закупки? Объемами, фигурирующих в сметах, или только рабочей документацией? Ну, я так понимаю, проблема животрепещущая касается расхождения между сметами и тем же самым проектной документацией, которая приложена к тому договору. Добрый день всем. Значит, немножко как бы сдалека зайду. Нужно понимать, что в большинстве строительных объектов смета, ну, зачем она там присутствует, что смета – это лишь для начала один из методов расчета начальной максимальной цены контракта. Вот. И именно для этого в каждом строительном объеме, практически в каждом строительном объеме, присутствует смета. При этом, допустим, если у нас по 44-му закону присутствует там первая часть заявки, где нужно указать конкретные показатели, нужно перезакладываться на нее, ну, в части, как предложение вы сделаете. Если есть какие-то корректировки в рабочей документации, нужно как бы приоритетно смотреть на рабочую документацию. Это еще до заключения контракта, чтобы сформировать для себя понимание о том, реально, что стоит делать. Но в итоге уже, когда выходит подрядчик на подписание госконтракта, вот что ложится приложением в госконтракту, это будет либо смета, либо дефектная ведомость, либо в зависимости от рабочей документации, как бы то, но и будет. Конечно, есть проблемы, особенно в нижнем ценовом сегменте, это я называю до 10 миллионов, в части профессионализма подготовки сметной документации, ну, это уже, наверное, другой вопрос. Но, как бы резюмируя, первоначально смотрим на смету, если согласие, то, как правило, смета есть то, что придется выполнять, если есть какие-то поправки в рабочей документации или первая часть заявка, там, где нужно указать конкретные показатели поставляемого к подряду товару, то как бы нужно с поправкой на первую часть.